Ты убираешь мусор или наоборот еще больше его делаешь? Да, что-то, по-моему, второй вариант больше подходит. Под ковер не надо. Сюда дошел. Давай, давай, давай. Не отвлекайся. По-моему, провод тебе мешает. Да, точно, он мне мешает. И что надо сделать? Я должна его убрать. Когда я убираю, почему-то мне никто ничего не убирает. Веник не ломайте, пожалуйста. А то робот-пылесос ему подавай. Давай. Вот у меня робот-пылесос есть. Где? Вот, с Веником. С Веником? Заводи робот-пылесос. Ты куда пошел? Ты, по-моему, в подъезд уже уходишь. Так до первого этажа дойдешь. Я не просила тебя рассыпать семечки, поэтому давай. Ты меня вчера просил, мама, купи мне семечки, мама, купи мне семечки, и вот. Теперь убирай свои семечки, давай. В следующий раз тебе две пачки семечек куплю, без проблем. Что? Да. Не порть, пожалуйста, веник. Да, да, да. Ты его уже весь этот самый раз. Сейчас он лысый останется. Давай, лысый. Давай, 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 меньше текста. По-моему, от веника больше мусора, чем... Чем у булки, да? Не говори.